экспозиция будет очень современная и очень насыщенная всеми электронными, такими мультимедийными оснащениями этой экспозиции. На наш взгляд, экспозиция будет интересная, она будет очень объемная, в смысле, что называется, содержательная по внутреннему. И человек, любой посетитель любого возраста найдет для себя, так сказать, интересные моменты в экспозиции. Она будет и несколько лирична, она будет трогать людей. Самое главное, она не будет оставлять равнодушных. Потому что равнодушие – это самая страшная вещь в нашей истории вообще. Равнодушие. А это не оставит равнодушным. Параллельно с Южным военным округом мы работаем по размещению рядом парка «Патриот». Он будет работать и будет уже действовать до конца августа текущего года. И, наверное, это будет последние числа августа, когда пройдет форум «Армия-2020». Но он тоже будет продолжаться, его развитие будет продолжаться, потому что предложением по его компоновке, по его насыщению, они самые разные. Наши музеи откликнулись, и те, кто сегодня занимался сбором военной авиационной техники и техники 70-х, 80-х годов. Так что мы пытаемся это сделать хорошим дополнением Народного военно-исторического комплекса.